Всем привет, дорогие зрители! Нашел очень хорошую квартирку 2 плюс 1 в районе Оба. Оба ближе к центру города, также к торговому центру Аланиум, метро, к больнице государственной. Итак, дорогие зрители, у нас здесь бассейн. Сторона здесь у нас. Так. Юго-восточное море в той стороне. Расстояние от моего места до воды 1235 метров максимум. Можете застеклить, будет вам еще одна комната. В этой квартире никто не жил, проекту 12 лет. И здесь все чистое. Бытовая техника фирмы Бека. Комфорт. 4 комфорки. Все новое. Гостиная, совмещенная с кухней. Также есть французский балкон. Кондиционер тоже Бека. Бассейн внизу, открытая парковка. Айдат Штоллер, но Айдат уже оплачен. Здесь у нас прихожая. Спальня, 10 квадратных метров как минимум. Вот такой вид с балкончика. Санузел. Дорогие зрители, цена этой квартиры 97 тысяч 500 евро. Есть маленький торг. На данный момент в Махмутларе таких цен не осталось, чтобы вы понимали. Очень хорошая цена. Рядом у нас также в шаговой доступности сеть магазинов Кочташ, там продаются хозтовары, а также сеть магазинов Тахта-Кале. Спальня. Хозяйская. Один санузел. Здесь 13 квадратных метров. И также огромный балкон. Можете сделать из этой квартиры 3 плюс 1, но один санузел. Вот. Сторона восточная. Вид на горы. И этот вид у вас не закроется. Также открыта парковка, фасад здания, спускаюсь я вниз. Очень хорошая 2 плюс 1, трехкомнатная квартира в районе Оба. Итак, этаж. Сейчас посмотрим. Этаж третий, дорогие зрители. Лифт. Вместим 4 человека. Спускаемся на нулевой этаж. Лестницы. Посмотрим бассейн. Тут лесенки. Вот бассейн. Так что зона барбекю. Зона барбекю. Пишите, звоните. Плюс 90 555 064 91 10. С вами была Агасия, Солнечная Аланья, район Оба. Всем пока-пока.